Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, таким образом признав территориальную целостность и суверенитет друг друга. Как передает в пятницу Дай-Ас, об этом говорится в заявлении по итогам четырехсторонней встречи президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге. Как отмечается, подписавшие 6 октября 2022 года стороны Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также стороны подтвердили, что это станет основой для работы комиссии по делимитации границы, а следующее их заседание комиссии состоится в Брюсселе в конце октября. Фактически, это означает, что Карабах в очередной раз подтвержден как неотъемлемая часть Азербайджана. Признавая суверенитет, Армения признает власть Азербайджана над Карабахом. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.